Всем привет, я с вами Кокос. Сегодня я поиграю в 60 Second. Довольно старая игра, но в которую я заценю сейчас, потому что заценил я ее сейчас. Логично, да, будем играть на Normal, на бомбе толстяк. Да, такая толстая. Толстая бомба. Тупость какая-то. Я хочу выжить много. Больше одного дня желательно. Так, что тут у нас есть? Хавчик, вода. Давайте теперь первым делом берем хавчик. Мы жирные, нам нужен жир. Брать жрать. Берись. Беги, Тедди. Беги. Вода, брать. Сложить. Вода, брать. Вода, положить. Топор, эквип. Положить. Что нам еще надо? Или кого нам надо? Тимми! Эквип! Фонарик! Замок взял. Не принципиально. Эквип. Мэри Джейн. Эквип. Чемодан. Мэри Джейн, много места занимаешь, тварь. Что там еще это? Жена. Эквип. 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 Все, да. Все, давайте, все, мы успеем. Куда больше. Опять ты успел. У нас ни хрена еды, ни хрена воды. Но мне нравится, но зато у нас все есть. Все в сборе. Вся семья в сборе. Ой. Больно горло. Day one. А, нет, у нас дофига воды и немножко воды. Да, почему бы нет? Ну, пустовато. А, здесь еще были карты. Мало воды, потому что я сейчас не знаю, как нравится. Эй, что с тобой? С тобой 17. С Делорес, с моей жрёнкой. Всеми так. Все найс у них, да? Экспедицию. Да, стоит. Просто какого хрена тут сидеть? На улице уходить, это свежим воздухом. Это Тимми опять в своем планшете А4 смотреть. Так, нормально? Жажда. Жажда не обезвоживание. Потерпите. Мэри Джейн самый... О, погодите, у нас же карты есть, ребята. Энники, бейники, ели. У нас воды мало, так что иди вот сюда. К реке. Карту бери с собой, пофиг на карту. Мэри Джейн ушла. Так, да. Остались только самые мои любимые игры. Так, что за эту красоту могу появиться? А, вода потекла, ну ладно, мы только карты можем взять. Да, видно, что поток был. Так, обезвоживание. Будем все делать. Все, что мог. Погнали карты все-таки. Стучите. Никого нет дома. Карты, эквип. Супа? Что? Это неприемлемо. Мэри Джейн вернулась. На, если что-то... Порвала карту, принесла пулю. Мэри Джейн, да ты как... Пусть все пожмут. Экспедиция. Нас, только экспедиция вообще спасет нас. Обезвоживание. Все, у вас всех обезвоживает. Что, барл деле?
все усталые. Курва. Голод, жажда, усталость. Так, что ты жрать хочешь? Простите тебе, мы экономим жирных. Во время вылазки мы наберем на остатки лагеря. Мы набрели на... Так, какая-то неведомая сила разрушила его до основания. Внутри мы совершенно случайно обнаружили кота, зверек с невозмутимым видом. Руки хороши, да, для читать. Конечно, пустить его внутрь, мы же с ума сойдем без животных. Мэри Джейн, ты не считаешься. Сыналась, да, у них? Усталость, сложно все валить, что Мэри Джейн. Джейн, ты что, свалила, я не понял. Так, жажда не обезвоживание, голод не голодание. Все у них в порядке. Никто не может пойти к спорту, но вдруг потом сможет одобрить эту идею. Прекрасно. Господи, Тед! Тед, у тебя... ты чё, за компом сидел, книда? Все глаза красные, нос красный. Ты клоуном устраивался на работу? Дайте ему аптечку. Чё вы ему аптечку не даете? Тед, сорян, мне тут нос. Всё, ты гнилой? Так, было задумано. Теперь рыжие будут продолжать этот род. Ты можешь обидеться и уйти. Тед сдох. Он сдох, теперь не хочет пить. Безвожнее голодание. Пить, брать. О, погодите. Тимми, в порядке. Тимми, ты же... Да, все. Я что, не прочитал? Твою мать. Вариантов. Либо ты придешь, вернешься с вылазки и все с хорошими новостями, то это будешь прокликивать. Вот все, да? Нам нужно дали, спасибо. Либо Тимми возвращается. Давайте, вдруг там Тимми вернул. Тимми не успел вернуться.
Мы были 23 дня, уху, да, ребят, крутяк. Ты погиб. Если я погиб, я за компом сижу, чё я-то? Это они погибли. Обидно. И на этом, друзья, мы будем заканчивать. Спасибо, что досмотрели. С вами был я, Кокос. Всем удачи и всем пока.